из села Диканька начали находить тела убитых девушек. Рядом с местом преступления всегда видели какого-то всадника. Четыре праздника, четыре убийства. В моем видении было 13 девушек. Четыре уже мертвы. 9 могут погибнуть. И последней жертвой должна стать Елизавета Данишевская. На кладбище будут хранить погибших на хуторе. Погибших по вине господина дознавателя. И если мы будем хранить Гоголя одновременно с ними, то такое начнется. Народные волнения. Немедленно прекратить линчевание! Пошли вон, болваны! Я абсолютно уверен, что всадник – это граф Данишевский. По коням! Помни, сестрица, тебе меня никогда не одолеть. Зато ты в девках засиделась, что-то не еду к тебе сваты. Что? Вот ты, змеюка. Что же вы батьку не идете провожать? Уже бежим. Бать, прости, задержались. Опять, небось, махались. Долго ли ты греха? Ну, ты же сам нас научил. Взрослые девчины, а ведете себя, как неразумные хлопцы. Мария, добрая новость для тебя имеется. Сыскал, наконец, тебе жениха. Вон он, твой суженый. Моси Шила из Чернигова. Но как раз жена в прошлом годе померла. Сделай милость, не откажи. Батька, я не хочу, уже старый, как дедова кольчуга. Да ты мне эти глупости-то брось. Вольный казак, храбрый воин, с достатком, добрый будет муж. Вернемся с похода, свадебку исправим! Ну, батька! Не перечь! Не то в девках сгинешь. Казаки! Наши малороссийские хутора разоряет шайка нехристиляха! Во главе их пропадшая душа, вор и убийца! Казимир Мазовецкий! Хуторит так же, что он еще и колдун! Но сдается мне все это ляшья брехня. Пан Гетман прислал мне указ изловить ему живого Казимира, а потом публично казнить супостата за все злодеяния. А ляхом его мы зададим такого перца, чтобы они потом не сунули к нам ни носа, ни ж... И локтя! Наши казаки! Огуляем! Лиза, я не понимаю, как это возможно? Мне это было необходимо, чтобы выжить. Николай. Вот и славно.
пойду за этого старого хрыча. Лучше утопиться. Да полный чепуху молот. Не вижу в нем ничего худого. Тебе легко говорить, Лиска. Не тебе ж с ним после венчания спать. Сама бы уж точно за старого не пошла. Да сдается мне, что я вовек замуж не выйду. Вот от чего же? От того, что не люблю никого. Может, не умею? Ну ты змеюка. Мне, значит, можно без любви, а тебе нельзя. Погоди-ка. Остап, что случилось? Разбили нас ляхи. Подчистую разбили. Как разбили? А где отец? Пан Данила и жених твой, Мось и Шила, пытались в бою захватить проклятого Казимира Мазовецкого. Только он, видать, за правду колдун. Ни пули его не брала, ни меч, ни стрела. Разрубил он Мося вместе с лошадью на куски, а пана Даниле голову отрубил и на пику ее наколол. А потом ляхи крепость на берегу забили. И сегодня-завтра здесь будут. Так что текайте отсюда, пока не поздно. Слыхали, что он сказал? Собирайтесь быстро. Уезжать надо. Никуда мы не побежим. Господь с тобой, как это? Помнишь, ты сказала, что в лесу старая отшельница колдунья живет? Ну, живет, коли не померла еще. Где нам ее искать? В ноги готовы тебе упасть, только помоги нам. Скажи, есть ли способ одолеть этого колдуна? Колдун этот бессмертный. Темная сила его велика. Но есть один способ его усмирить. Вот. Если шею колдуна заковать в сей заговоренный обруч, он в раз потеряет свою силу. И пока на нем будет этот обруч, он смертен. Погоди. Поганое дело вы задумали. Небожеское. Месть – это удел грешников. Не принесет оно вам счастья. А вот напасти всякие на вас навлечь может. Накажет вас Господь своей трехопостатной силою. Откажитесь, пока не поздно. Так вот, господа, этот обруч служит для укрощения всяких колдунов и ведьм. Единственный экземпляр в своем роде. Я за ним долго охотился, даже надежду потерял. А тут он вдруг случайно обнаружился в лавке у херсонского антиквара. Этот балбес даже не представлял, что он продает. Ну, я у него выторговал этот сундучок вместе с этим обручем буквально за полцены. Николай Васильевич, что с таким лицом стоите? Вы что, жалеете? Поверьте мне, если бы эта дамочка превратилась во всадника, она бы здесь никого не пожалела. Гляньте, господа, наша юная всадница, по-моему, очнулась. Кстати сказать, может быть, и не такая уж и юная. Извините меня, конечно, за бестактность, милейшая Елизавета Андреевна. А сколько вам исполнилось полных годков? Давайте я угадаю. Где-нибудь под 180. Я не прав? 180. Как это понимать? О, на свете много есть друг Гораций, что неизвестно нашим мудрецам. Гамлет. Не читали? Нет, здесь все-таки гораздо уютнее, чем там. В пещере сквозняк. Ну и что, застудитесь? Чихать начнете? Или ведьмы не чихают? Не-не-не-не-не, господа, мертвых несите на воздух. Не то на ровен час смердеть начнут. Немедленно отправьте кого-нибудь в деревню, чтобы привели наших людей. И мне нужен будет экипаж, чтобы доставить арестованную в Петербург. Как? Вы хотите забрать преступницу? Но я смею вам напомнить, что я должен провести допрос и составить рапорт по всей форме. Я освобождаю вас от этой формальности. Арестованную допрошу я сам.
Но тогда я хотел бы присутствовать при допросе. Я бы тоже. А я бы хотел, господа, чтобы вы выполняли мои распоряжения. Выносите тела, Александр Христофорович, и вы, Николай Васильевич, как самый молодой. Бегом в деревню за подмогой. Но, Яков Петрович, я же сказал нет. Как мы подберемся к этому бесу Казимиру? Про него молва ходит, что он страшный распутник. Ну? А мы очаруем его прелестной пленницей. Хороша задумка. А кто будет пленницей? Ты будешь. Эй, Барта! Мазрація, резалось. Ей, причина ще дома, особо ще окна. Стой, кто идет? Стой, кто идет? Пленница для пана Казимира. Осмелюсь доложить. Привел молодую паночку для вашего развлечения. Приятная пани, молодец. Добже. Получишь награду. Уже получила. Ты как? Надо текать отсюда. Я, с вашего позволения, угощусь. А то такая служба, понимаете. Со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было. Да, поводили вы нас за нос, госпожа всадница, поводили. Мы уж грешным делом думали, что душегуб-то это ваш муж. Данишевский никогда не был моим мужем. Он был моим слугой. 30 лет назад я начала искать человека, который смог бы приготовить для меня особый эликсир. Подобие лекарства, которое помогало бы мне хотя бы на некоторое время оставаться в человеческом обличии, когда наступал мой срок обращаться в черного всадника. Таким человеком оказался Данишевский. Он был из старинного польского рода смертных колдунов. Когда мы познакомились, он был совсем мальчиком. Полюбил меня. А я не смогла ответить ему взаимностью. Тогда он вымолил у меня разрешение быть со мной рядом и служить мне до конца своих дней. Ну, надо отдать ему должное. Слово свое он сдержал. Сестрица, давай-ка остановимся. До тех скал доедем, там мы и заночуем.
Небось, когда Лехи узнает, что Мазовецкий сгинул, наперед без него на наши земли не полезут. А мы доберемся до хутора и дадим его казакам, а они гетману. И уж там-то эта нечисть получит по заслугам. А что с ним учинят? Как думаешь? Думаю, колесуют. А потом четвертует собаки собачья смерть. Мария, давай скорей. Скоро темнеть начнет. Умолкни. Постой на одно слово. Не о чем мне с тобой говорить. Ты моего батьку убил. Он хотел убить меня, а я убил его. Это война. Ты богоотступник. Зубы мне не заговаривай. Знаешь, я живу 200 лет. И все эти войны, борьба за власть, все меня постыдило. Уразумело я, что спасение мое. Покаяние и любви. Если выпал мне случай, я бы все бросил. Пошел бы в пещеру, надел бы жесткую лосиницу и все молил бы Господа, чтобы заслужить его прощение. И твою любовь. Ну, значит, тебе другая судьба уготована. Моя судьба в твоих руках. А как только отчи мои увидели тебя, так сразу затуманились. А как поцеловал я тебя, так губы до сих пор горят. Грешен я, твоя правда. Было много у меня женщин, но ни одна красавица не заставила меня покаяться перед Господом ради любви к ней. Сделай милость. Поцелуй меня. Хочу еще раз это испытать, прежде чем предать себя на муку вечную. Сестра! Иди поспи. Я сама его покараулю. Мне кажется, поведение Якова Петровича оскорбительным. Мы с вами больше всех сделали для этого расследования. И мы, как никто другой, имеем право присутствовать при допросе. Николай Васильевич, вам что, неинтересно? К чему вы клоните? Здесь где-то должен быть черный ход. Тебе не пройдет вовеки. Освободи, до гроба будем вместе. Сними с меня сей обруч. Стой! Не делай этого, Мария. Он тебе, дурехе, голову затуманил. Да, сестрица. Ты, видать, взаправду мне и меня. Зато я любить умею. Иди, Русь, я лучше. Одумайся, что я сделала перед тобой такого неправого.
Лиза, не бери грех на душу. Не предавай меня царству загробному. Остановись. Не избежать тебе кары небесной. Я твоя кара. Да будь же ты проклята во веки веков! Обрекаю тебя на муху вечную. А теперь ты бессмертна. Но каждые 30 лет должна ты приносить в жертву 12 дев и одного воскресшего. И крайним сроком тебе будет ночь небесного сварога. А коли все не выполнишь, то умрешь. И разверзнется ад пред очами твоими. И будут тело твое рвать на куски гиены огненные. Прощай, темная ведьма. Двенадцать плюс один. Не так ли? Вы знаете, я внимательнейшим образом изучал свидетельства убийств, которые ранее случались в этих местах. И никак не мог взять в толк вашу систему. Но, наконец, в один прекрасный день я понял. Вы только дослушайте меня сейчас. Не перебивайте, ладно? Не нужно, чтобы эти ваши рога вырастали. Так вот, 60 лет тому назад вы убили здесь дюжину девушек. А 13-й жертвой стала старая толстая попадья. 30 лет тому назад вы вновь убили здесь 12 девушек. А 13-й жертвой стал молодой казачок. И вот тогда решил дознаться, а что же это за жертвы за такие таинственные? 13-е. И представьте себе, дознался. Старая попадья вообще была здешним чудом. Как-то раз на какой-то свадьбе она подавилась вишневой косточкой, захрипела, посинела и упала замертво на землю. Все были абсолютно уверены, что она приставилась. Тут какой-то мужичок подскочил и понял, как тряханул. Косточка выскочила, старушка жила. И с тех пор все ее нарекали воскресшей. Но только недолго. Через месяц она пошла в лес по грибы, по ягоды. И там вы ее на опушке-то и зарезали. Во овраге. Ну, вам видней. Вы, кстати, поправляйте меня, если я что-то не точно говорю. Похожая история была и с молодым казачком. Валялся он себе на сеновале, и в него попадает молния. Попала и убила. Четверть часа не дышит, полчаса не дышит, а потом неожиданнейшим образом воскресает. Тоже недолго наслаждался этим чудом, потому что через 2 дня его нашли на этом же самом сеновале зарезанным. Сопоставил я эти 2 истории и подумал, а вдруг и в этот 3-й раз всаднику понадобится воскресший. Вот поэтому я привез сюда с собой господина Гоголя. Я узнал его историю. Он родился мертвым, потом, не знаю по какой причине, ожил. Поэтому я решил попробовать поймать всадника на живца, так сказать. То есть на Гоголя. Но только вы странным образом не ловились. Почему-то оживили эту несчастную мавку, потом опять ее умертвили. Я вообще до сих пор не понимаю, зачем такие сложности? Сперва я думала, что это будет Николай. Потом я приказала Алексею сыскать мне другую жертву. Я бы не смогла. Ух ты! То есть, я прошу прощения, вы влюбились? Удивлен. Не скрою, удивлен. Хватит. Делайте со мной, что хотите. Везите меня в Петербург. Пусть меня там осудят и казнят. Пока на моей шее этот обруч повесить, меня не составит труда. И что вы так торопитесь на тот свет? У меня нет желания отдавать вас в руки так называемого правосудия. У меня на вас совершенно другие планы.
Василина! В деревне не сыскали. В такую темень и подавно не сыщешь. Ох, зря ты с нами потащился. Доктор и тот резвее. Василина! Тихо! Это где-то там. Ну-ка, не рекай только. Василина. Что ж ты наделала, доченька? Дело в том, что я прибыл в Диканьку не только по поручению третьего отделения. Еще я здесь представляю тайное общество графа Бенкендорфа. Это собрание самых влиятельных людей России, которые преследуют свои задачи и цели. На благо Отечества, разумеется. И отчего же я понадобилась вашему могущественному обществу? Нас интересует секрет бессмертия. И мы очень надеемся, что тайной этой вы с нами поделитесь. А что, если я откажусь вам помогать? Ну, тогда боюсь, что, например, с вашим возлюбленным молодым писателем может произойти что-нибудь очень нехорошее. Он может утонуть где-нибудь или сгореть во время пожара. Тут уж, знаете ли, как мне больше понравится. Я вам верю. А вы оказались мерзавцем. Во-первых, подслушивать некрасиво. Во-вторых, почему вы не выполняете моих распоряжений? Мы более не обязаны выполнять ваши приказы. Вы укрываете преступницу от правосудия. Именем закона вы арестованы. Дядь, прости меня за то, что я ведьма. Ты меня больше не будешь любить. Доченька, прости меня. Я люблю тебя такой, как ты есть. Я аж притрезвел. Дядь, Маруша говорит, пан Гоголь и господин Бинх в опасности. Что? Нам надо спешить. Тихо. Не кипятитесь так, Александр Христофович. Какой-то неугомонный, честное слово. Но вы же всего не знаете, правда? Ну, безусловно, ваше усердие будет вознаграждено, как я и обещал. У меня с собой приказ о назначении вас оберполицмейстером Петербурга. Бенкендорф уже подписал. Дело за государем, но там проблем не будет. Александр Христофорович, вы же хотели послужить Отечеству? Там карты в руки. Власть, сила, влияние. Творите благо. Как говорится, честь честью, а дело делом. Вот вы сейчас арестуете меня, шуб поднимете. В лучшем случае вас ждет ссылка, а в худшем – виселица. Так что, похоже, выбора-то у вас нет. Пистолет опускайте. Вы правы. Выбора у меня нет. Лиза! Вы что наделали? Ну, как вы сказали? Дело делом, а честь честью. Нет. Я вас не на каторгу. Я вас в желтый дом, к буйно помешанным. Обручь. Снимите. Я могу. Совсем шпиц Рутенов прошлись по вашей шкуре и содрали ее к чертовой матери. А потом сгноем в каземате заживо. Тупое вы ничтожество. Гоголь!
перебивайте, умоляю. Я никогда никого не любила. Я думала, что у меня нет сердца и что так будет вечно. Только когда я встретила вас, я испытала, что это такое. Любовь. Я должна была принести вас в жертву, но я не сделала этого. Ну, вы принесли все, что у других. Лиза, вы покупили много людей невинных. Но я не выбирала такую жизнь. Это мое проклятие. Кому, как не вам, меня понять? Ведь и на вас лежит проклятие. Вы тоже темный. Мы с вами на одной стороне. Да, мы оба прокляты. Но мы с вами не на одной стороне. Простите меня, умоляю. Дайте мне шанс все исправить. Уедем отсюда. Далеко-далеко. У нас с вами в запасе еще без малого 30 лет. А потом я умру. Потому что я больше не хочу никого убивать. Ну, насчет 30 лет, это ты погорячилась? А ты что здесь забыла, старая? Ах ты, змеюка. Не такая я уж и старая. Всего-то на 5 лет старше тебя, сестрица. Мария? Имеется воротиться обратно в людской мир и отомстить. Да будет так. Что это? Ты вернешься, и ежели тебе удастся отомстить, впредь можешь не возвращаться. Будешь служить мне на земле, а это обличие, чтобы жизнь была тебе не в радость. Молодость вернется к тебе, как только настанет время мстить. Ну, здравствуй, сестрица. Как же долго я ждала этого дня. Ты отобрала у меня единственную любовь. Я все ждала, когда же ты, наконец, сама влюбишься. И вот прошло почти 2 столетия, и только этому юному пану удалось растопить твое ледяное сердце. Спасибо вам. Вы оказали мне большую услугу. Сейчас ты увидишь, как он умрет. Судя по всему, они уже мертвы, как 4 часа. А что с моим барином? Дальше я отправлюсь одна. Вам туда не следует ступать. Ваню, я не пущу тебя одну, Ваню! Ваню!
Николай Васильевич! Николай Васильевич! Лиза, вы должны снова превратиться во всадника. Используйте свою силу, иначе она вас убьет. Нет, моя сила нужна мне не для этого. Простите меня за все. Я вас... Стой, ведьма! Не трогай господина Гоголя! А ну не лезь не в свое дело. Иди играй в свои куклы. Отличная работа, Николай Васильевич. Браво! Не удалось заполучить младшую ведьму. Теперь придется довольствоваться старшей. Поздравляю. Но, господин дознаватель, без глупостей. У меня тут осталась одна пуля, а мне нет никакого желания тратить ее на вас. Остыньте, Николай Васильевич, и послушайте. Вы мне глубоко симпатичны. Я хочу рекомендовать вас в члены нашего тайного общества. Вдумайтесь, вы вольетесь в ряды могущественнейших людей страны. А ваши книги? Кстати сказать, я уверен, вас ждет блестящее будущее. А сейчас, с нашей помощью, конечно, вы можете стать самым издаваемым литератором. Александр Сергеевич просто помрет от зависти. Решайтесь. Я не хочу иметь ничего общего с таким человеком, как вы. Ну, собственно, я так предполагал. Молодости свойственно безрассудство. Валяйте, влачите дальше ваше жалкое существование. Носитесь со своими комплексами, страхами, снами. Разойдемся красиво. Только один совет на прощание. По дружбе, Николай Васильевич. Не дай вам Бог когда-нибудь встать на моем пути. Ну, барин, слава святым архангелам, все довершилось. Фу, может, наконец в Петербург вернемся. Стелишь мне новую морожку? Господа, проведенное расследование и все, что здесь произошло, совершенно секретно. Отныне вы хранитель государственной тайны. А за ее разглашение сами понимаете, что будет. Ну что ж, павшим вечная память, раненым скорейшего выздоровления. Николай Васильевич, я думаю, вы долго будете еще вспоминать эти чудные вечера на хуторе близ Диканьки. До встречи в Петербурге.
господин Винг был человеком чести. К несчастью, это понятие измельчало в наши дни. Александр Христофорович всегда боролся со злом во всех его обличьях. Никогда не шел с ним на сделку. Но люди чести уходят, а зло остается неповержным. Оно живет и множится. И все, что нам остается, это уповать на суд Божий, когда каждому воздастся по делам его. Я верю, что так оно и будет. А иначе, если не верить, зачем тогда жить? Николай Васильевич, я вас никогда не забуду. Спасибо. Береги Василину Пако. Ради вас, Господь. Я пойду вещи собирать. Прощайте, Николай Васильевич. Почему ж прощайте? Даст Бог, свидимся. Леопольд Леопольдович. Вы знаете, я в последнее время окончательно убедился, что Бога нет. Хотя иногда очень хочется верить, что Он все-таки есть. Это вам. Иногда вспоминайте меня. Барин, ну как недоваренный кисель в глотке. Пьете уже вторую неделю. На бал съездили вы, покушали хотя бы. Ну, наконец, делом займитесь. Ефим, оставь меня. Давайте я хотя бы уберусь. Ефим, уходи. Пожалуйста. Ох, барин, не жалеете вы себя. Thank you.
можно, пожалуйста, пару слов от автора? Конечно. Кому подписать? Александр Сергеевич, вы? Я, кто же еще? О, сука. Михаил, а это позвольте представить, мой юный друг и соратник Лермонтов Михаил Юрьевич. Здравствуйте. Молодой, но уже многообещающий поэт. Здравствуйте. Николай Васильевич, прочел я здесь вашу книгу. Нашел ее такой любопытной, что досель не могу в себя прийти. Однако здесь я совсем по другому поводу. Имя Гуро Яков Петрович вам о чем-нибудь говорит? Да. Быть может, вам что-нибудь известно про тайное общество графа Бенкендорфа и его друзей? Да, к сожалению. Наше братство ведет борьбу против него. Готовы ли вы присоединиться к нам? Братство? Я вам все объясню за ужином и дюжиной бутылок вдовы Клико. Едемте, Николай Васильевич. Ужасно хочется есть.
Thank you.